Соединенные Штаты Америки. Желание побывать в этой стране было у меня всегда. И представляя это путешествие, я думала о местах вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, с которым так любят сравнивать Владивосток. И вот поездка в США состоялась. Правда, возникло одно «но». Наша съемочная группа отправилась в те регионы Америки, в которых никак не планировала оказаться в первую очередь. И в результате открыла для себя свою Америку. Разную, интересную и вызывающую множество вопросов. Главный же вопрос, на который нам предстояло ответить в ходе этой рабочей поездки, насколько важна роль малого бизнеса в туристической отрасли США. И первым местом для исследования этой темы стал город Санта-Фе, столица штата Нью-Мексико. Лежащий у подножия гор Сангре-де-Кристо Санта-Фе считается одним из самых колоритных городов Америки. Кроме того, это один из самых старых городов страны. Он был основан испанскими миссионерами в 1610 году, то есть за десятилетия до того, как отцы-пилигримы прибыли на континент. Мы же прибыли в Санта-Фе в мае, как раз перед началом туристического сезона. Не секрет, что по уровню доходов от туризма Америка традиционно занимает одно из первых мест в мире. Причем сами американцы в большинстве своем предпочитают путешествовать, не покидая своей страны. В Санта-Фе они отправляются в основном по трем причинам. Это история, искусство и еда. И все эти местные составляющие, на удивление, эклектичны. Мы действительно имеем уникальное сочетание четырех культур в одном пространстве. Это американская, испанская и индийская культуры, которым добавилось еще и мексиканское влияние. Мы стараемся лелеять традиции каждой из этих этнических групп, и должен сказать, что у нас это отлично получается. Санта-Фе – удивительно непохожее место на остальную Америку. Это древний город с сильным европейским влиянием. Особенность нашего проекта в том, что это партнерство с представителями коренного населения – индейцами Пуэбло. Встретившись в конце 80-х, англичанин и представитель народа Пуэбло решили построить отель с особым юго-западным колоритом. Путь от идеи к ее воплощению оказался не так прост. Как только банки слышали, что мы ищем средства на строительство отеля, да еще и в Санта-Фе, тут же теряли всякий интерес. К счастью, тогда правительство организовало программу поддержки коренного населения Америки, и мы смогли в нее вступить. Но лишь на тех условиях, что представителей Пуэбло будет доля в бизнесе не менее 51%. Только тогда банки сказали нам: «Нет проблем». И вот нашему совместному бизнесу уже 30 лет. Уникальна уже сама ситуация, что индейцы Пуэбло имеют свой бизнес в центре Санта-Фе. Ведь наш народ живет на отдельной автономной территории и имеет собственное правительство. Однако при желании ничто не мешает объединиться и строить совместный бизнес, в который мы, конечно, внесли большую долю нашей национальной культуры. Уникальность нашего отеля в том, что нам нравится исследовать культуру Пуэбло и привносить ее в наш быт. Этим мы отличаемся от многих современных отелей. Люди в нашем отеле могут почувствовать традиционный Нью-Мексико, важной частью которого является культура коренных американцев. К тому же мы строим свой бизнес на личном отношении к гостям. Это небольшая корпорация, где все по уставу. Нет, мы очень тепло относимся к людям, все идет от сердца. Санта-Фе, город и без того мультикультурный, кажется, готов впитывать в себя любой национальный колорит, и местный арт-рынок тому яркое подтверждение. Это место, которое с самых древних времен находилось под влиянием совершенно разных культур. У нас прослеживается даже русское влияние, ведь в свое время сюда приезжали небольшие группы русских художников, которые жили и работали здесь. Они писали свои картины в Санта-Фе и в соседнем городе Таус. Сейчас мы гуляем в знаменитом художественном квартале Санта-Фе, это называется Canyon Road. Здесь находится множество самых разных галерей, и как ни странно, среди них есть даже галерея русского искусства.
В первой половине 20 века одним из жителей Санта-Фе был художник Николай Фешин. Он прожил долгую жизнь, разделенную почти поровну на две половины – русскую и американскую. В США его картины ценят очень высоко, и известен он тут как художник художников. Биография этого мастера вдохновила другую эмигрантку из России Диану Леннон открыть свою художественную галерею именно в этом месте. То, что в галерее мы показываем, это русская история. И то, что меня интересовало, и, естественно, то, что я вижу очень много американской публики, коллекционеров, тоже интересует. Говорить о том, что мне знакомо, то, что, чем я была окружена, когда я росла, это мне легче говорить об этом. И как-то оно вдохновляет. И видеть, что американская публика может быть настолько заинтересована русской культурой, русской историей, это, естественно, мотивирует. Способность мотивировать и вдохновлять – одна из отличительных черт этого места. Став центром притяжения для креативно мыслящих людей, Санта-Фе быстро завоевал себе славу города искусства. При населении около 70 тысяч человек здесь работают более 200 частных галерей. На сегодня это третий по значению арт-рынок в Америке, что притягивает сюда как профессионалов, так и обычных туристов. Туризм для Санта-Фе – это самый важный компонент в его экономике. Наша сфера туризма состоит из множества направлений, и в каждом из них работают представители малого бизнеса. Общая сумма их усилий как раз и развивает всю отрасль в целом. Здесь часто возникают новые бизнес-проекты. Один из самых значительных проектов последних лет – это «Мияволф». Я считаю, что этот музей современного искусства имеет колоссальный потенциал. Когда все начиналось, то это была группа свободных художников без привязки к галерее или музею. При общем энтузиазме и вдохновляющей поддержке Джорджа Мартина, автора «Игры престолов», это место удивительным образом воплотилось в жизнь. Еще более удивительно, насколько популярным стал этот проект. Подобных сенсаций в мире искусства и в мире бизнеса не случалось уже давно. Пребывание в Мияволф – это опыт, который невозможно ни с чем сравнить. Здесь ты чувствуешь себя то ли Алисой в «Стране чудес», то ли частью безумных фантазий Сальвадора Дали. Все художественное пространство музея – это игра воображения в чистом виде. Вернее, игра сразу 200 воображений талантливых молодых художников, которые объединились, чтобы за полтора года работы создать уникальный объект. Я открыл для себя, насколько много молодых и очень талантливых DIY-художников живет здесь. В них есть порыв создавать свое искусство. Работая с ними, мы пытаемся взрастить новый креативный класс в экономике. И да, мы обеспечиваем им хорошие зарплаты, льготы и прочие привилегии. Трудно ли при этом найти баланс между большими деньгами и художественной свободой? Конечно. Это один из вечных споров в искусстве, как найти эту грань. Как остаться художником, не став сытым потребителем всех благ капиталистического мира? То, что мы делаем для наших художников, так это максимально ограждаем их от любой ненужной суеты. У них есть пространство чистого творчества, куда ничто не может проникнуть. В общем, мы относимся к нашим художникам как к полубогам. Когда мы запускали наш музей, то прогнозировали примерно 120 тысяч посетителей ежегодно. Но по факту же оказалось, что только за первый год работы у нас побывало 650 тысяч гостей. Сейчас мы планируем открытие филиалов Мияволф в Лас-Вегасе, Денвере, Вашингтоне
и за рубежом. Я знаю, что создание Mia Wolf уже заинтересованы в Мексике, и это невероятно здорово. Вместе с тем, наряду с прогрессивными начинаниями в бизнесе, мы стараемся сохранять и традиционные его формы. Главное — не дать им морально устареть. Вот в этом, я думаю, и есть главный секрет успеха туристического бизнеса Санта-Фе. Мы добавляем новые формы, но при этом тщательно оберегаем старые. Кстати, о преемственности. В нашей поездке мы встретили немало примеров того, как бизнес успешно переходит из поколения в поколение. И вот некоторые из них. Наш магазин открылся в 1955 году. Ему уже 64 года. Его первыми владельцами были мать и дочь, которые эмигрировали в Америку из Германии. Их увлекла идея создать маленький магазин, полный любопытных вещиц и странностей. В детстве это было мое любимое место. Я обожала сюда приходить. Купив его около 10 лет назад, я очень трепетно оберегаю особый дух этого старинного магазинчика. На ваш взгляд, здесь благоприятная среда для развития малого бизнеса вроде вашего? Думаю, да. Люди приезжают сюда из больших городов, где другой ритм, постоянная занятость, стрессы, пробки на дорогах. Попадая в Санта-Фе и входя в двери нашего магазина, они могут просто расслабиться, посмеяться и насладиться моментом. Это дело начала моя мама в 1974 году, и надо сказать, что ее ресторан с самого начала был успешным. Все эти годы мы готовим для наших гостей традиционные блюда северного Нью-Мексико, в основе которых произрастающий здесь красный и зеленый чили. Его добавляют буквально в каждое блюдо. Мы не гонимся за модой, а готовим так называемую «приятную еду». Она базируется на простых рецептах и качественных ингредиентах, большинство из которых выращивают местные фермеры. Чили действительно один из главных символов Санта-Фе. Здесь он повсюду, и в качестве составляющей блюд, и в качестве декора. Однако не перцем единым создается местный кулинарный колорит. Добро пожаловать! Здесь мы создаем традиционные исторические напитки на основе какао. Обычно люди приходят сюда днем, чтобы насладиться вкусным шоколадом. Мы подаем его в специальных маленьких чашках, привезенных из Оахаки. Каждый день мы подаем 9 разных вкусов горячего шоколада. В европейской части меню напитки на основе 70% темного шоколада. Они сладковатые. В мексикано-американской части напитки из 100% темного шоколада с более интенсивным вкусом. Мы даем попробовать гостям разные варианты. Поначалу люди предпочитают европейские версии напитков, но потом постепенно знакомятся с местной кухней и переходят к мексикано-американским рецептам. В Санта-Фе много туристов, так что у нас поровну местных жителей и приезжих. Культура еды здесь настолько важна, что каждый турист считает своим долгом прийти и попробовать блюда местной кухни. Так что мы в выигрыше. Любопытно, что те, кто уходит в сторону от мейнстрима, тоже далеко не в проигрыше. Один из самых знаменитых в городе ресторанов сделал себе имя на том, что начисто исключил из меню местный колорит. Ресторан существует почти 30 лет. За это время мы заработали отличную репутацию и множество наград, что, конечно, приятно. Наше меню на основе французской и итальянской кухни с небольшим азиатским влиянием. В каком-то смысле мы находимся в глуши, в центре пустоты. У нас нет ни звезд Мишлен, ни других статусных фишек. Тем не менее, из года в год мы входим в сотню лучших ресторанов США по оценке ресурса Open Table. Рейтинг формируют сами посетители. Нас ценят не только ресторанные критики, но и те, кто бывает тут постоянно. И это большое достижение для нас.
Кстати, этот успешный шеф известного ресторана и сам вышел в буквальном смысле из ниоткуда. 13-летним подростком сбежал из деревушки в родной Мексике, чтобы отправиться на поиски своей американской мечты. Шутит, что шеф-поваром стал только потому, что постоянно был голодным. Но шутки шутками, а на сегодня Слин Круз – один из самых известных шефов на юго-западе США. Думаю, ты всегда соревнуешься лишь сам с собой. Успех, как я его понимаю, начинается с полного погружения в свое дело и желания делать его настолько хорошо, насколько ты можешь. Впрочем, не все местные бизнесмены столь амбициозны. Попадаются среди них и романтики. И чтобы убедиться в этом, нам пришлось отправиться ночью в пустыню. Я был очарован звездным небом с детства. Это была моя игровая площадка. От знакомых, которые приезжали в гости, я часто слышал, насколько их поразило звездное небо Санта-Фе. И однажды я подумал, может быть, я буду знакомить туристов с этой удивительной частью природного мира. Вот так начался мой проект. Вы можете пойти на лекцию известного ученого о космических исследованиях. Это интересная информация, но то, как ее преподносят, обычно не очень захватывает. Поэтому я решил, что буду делать туры именно в развлекательной манере. Ведь чем более непринужденно человеку объясняют научные факты, тем лучше они запоминаются. А бонусом остается отлично проведенное время. Впрочем, варианты интересного времяпрепровождения этим далеко не ограничиваются. Апофеозом горячего приема, который оказал нам Санта-Фе, стал мастер-класс в галерее художников по стеклу. Сколько времени вы обычно проводите у этих печей? В среднем 4-5 часов в день. Держать в руках собственное произведение, находясь уже дома в России, действительно приятно. Этим маленьким напоминанием о Санта-Фе я хочу завершить сегодняшнюю историю. А в следующий раз мы покажем вам другой регион и другую Америку. До встречи!